Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы расскажем вам об активной почвофрезе Doberkmet IBQ300. Данная фреза разработана для эффективной обработки почвы и подготовки ее под посев. Давайте рассмотрим ее основные характеристики и функции. Начнем с габаритов и возможностей. Ширина оборудования составляет 3036 мм, а ширина захвата 3000 мм. Это позволяет охватывать большие площади за один проход. Глубина обработки грунта достигает 300 мм, что обеспечивает глубокое и равномерное рыхление почвы. Почвофреза оснащена мощным редуктором на 540 оборотов в минуту. Он, в свою очередь, вращает шестерни, находящиеся в масляной ванне по всей ширине захвата орудия. Установлено 24 ножа в форме зубьев, которые эффективно перемешивают почву, даже при наличии большого количества остатков растений. Вес почвофрезы составляет 1200 кг, что обеспечивает идеальное заглубление и приличный запас прочности конструкции. Минимальная мощность трактора для работы с этим оборудованием – 120 лошадиных сил. Орудие оснащено зубчатым катком. Он обеспечивает мелкое измельчение и идеальное уплотнение почвы. Отлично подходит для предпосевной подготовки почвы. Фирменным коньком данного типа почвофрез является качественная равномерная подготовка для посева мелкосемянных культур. Именно они наиболее требовательны к фракции почвы и ее плотности. Данный тип катка идеально подходит для средних и мягких почв с низкой влажностью. Он обеспечивает оптимальную подготовку почвы для посевов, выравнивая ее и делая ее идеально гладкой. Активная почвофреза Doberkmet IBQ300 – это мощный и надежный инструмент для работы как на вспаханной, так и на залежной почве. Мощнейшие зубья фрезы предотвращают образование корки на поверхности и твердого слоя в глубине, обеспечивая равномерное распределение мелкой и крупной почвы, а также дает возможность влаге проникать намного ниже будущего посевного ложа, которое, в свою очередь, положительно скажется на вашем урожае. Надеемся, что этот обзор был полезен для вас. Подписывайтесь на наш канал и делитесь роликом с коллегами. А приобрести данную фрезу вы можете на нашем сайте agrofor.ru. Ссылка на нее будет в описании.